Всем привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам хочу рассказать об... Реально коляска меня впечатлила, друзья. Вот реально, это колясочка от компании Moon. Это новиночка. Называется эта колясочка у нас Moon Solitaire Combi. Стоит она на сегодняшний день 69 990. Не забудьте посмотреть дату выпуска ролика, когда будете смотреть этот обзор, если не в ближайшее время, чтобы вы прошли по ссылке в описании на магазин «Первая коляска» и увидели там актуальную цену. Вот, в общем, коляска реально обалденная, крутая вещь, дороговато, но она действительно получилась, я не знаю, ну, конкурент всем, и Cybex прямо, и всем Бугабу. Колясочка реально меня впечатлила качеством, своими интересными решениями. Ну, о них я вам немножечко позже расскажу, здесь реально есть прикольные вещи. Так что, если вам нравится бренд Moon, садитесь поудобнее, будем с вами изучать. Ну что, собственно, давайте изучать эту прекрасную, на мой взгляд, коляску. Я хочу сразу сказать, буду много хвалить. Это не проплаченный обзор, как можно подумать. Я просто люблю этот бренд Moon. Мне нравится цена, качество. Единственное, эта колясочка, она не дешевая. На сегодняшний день она стоит в районе 70 тысяч. Не забудьте посмотреть дату выхода ролика, если вы будете его не в ближайшее время смотреть. Уточните цену по ссылке в описании на магазин «Первая коляска». Цены, сами понимаете, у нас меняются. Вот, соответственно... Коляска классная, мне понравилась, особо даже без минусов. На самом деле, я особо таких вот моментов, что мне откровенно не понравилось, я не нашел. Вот, поэтому давайте перейдем к делу, изучать начнем с люльки. Люлька, как вы видите, у нас большая, вместительная. Пока рассказываю, посмотрите на дизайн. Она реально красивая колясочка, строгая. Это как смокинг, когда везде будет актуально, на любой площадке. Вот, собственно, люлька интересная получилась. Козырек у нас, смотрите, я его уже в максимальное положение выдвинул. Он большой, козырек реально большой. Есть возможность вот так вот отодвинуть у нас, и ребенок будет солнечную ванну принимать. Солнечные лучи будут на него попадать через вот эту москитную сеточку. Не надо, накрыли, и все прекрасно у него. Также у нас, естественно, есть ручка для транспортировки, которая... Отверстие для ручки, которое закрывается магнитиком. Очень здорово. Так, давайте так сделаем. Уберем. Вот, ребенок закрыт здесь у нас вот такой вот накидочкой. Накидка, естественно, у нас на замочке. Внутри реально куча места, ткани крутые. И самое интересное, здесь я таких матрасов никогда не видел. У меня у дочки в кроватке матрасик чуть-чуть всего лишь толще. Но это домашняя кроватка. Здесь же, смотрите, просто жесть. Огромный толстенный матрас. Это просто нереальных размеров. Ну, наверное, так круто, я не знаю. Но ребенок точно его не успеет пролежать настолько, чтобы он весь там примялся. Вот такой вот, короче, здесь матрасик. Дно, кстати, деревянное, если кому-то надо это. Жесткое, нормальное, ровное деревянное дно. Матрасик просто гигантский на самом деле. Вот, соответственно, места много. Если у вас зимний ребенок, в меховом конверте спокойно сюда поместится ребенок, проблем не будет. Все, и также бортик от ветра. Так, что касается того, как ее снимать. Здесь у нас по бокам ручки, можно снять. Держим, естественно, мы за ручку, то, о которой я вам говорил. На основании есть подножки, 4 штуки. Показываю я их, потому что далеко не везде они есть. Тут есть. Ткани, кстати, очень хорошие ткани. Первое, что мы ощущаем, первое впечатление, это когда мы берем. Хорошие, приятные, тактильно чувствуются ткани. Дорогие, не дешевые. Поэтому с тканями все огонь. Так, теперь давайте изучим. К раме мы вернемся чуть позже. Сейчас я установлю сюда прогулочный блок. Его изучим и потом посмотрим, что из себя представляет рама. Так, блок можно ставить против хода и по ходу. Но складывать ее можно с блоком только по ходу. Против хода у меня это не получилось. Если знаете, как это сделать, напишите в комментарии, я с удовольствием почитаю.
Вот. Что у нас из себя представляет блок? Блок реально большой, вместительный. Здесь, кстати, еще и подножка имеет возможность регулироваться по длине. Ну, офигеть. Она, естественно, регулируемая. Что касается безопасности, у нас есть бампер, пятиточная система ремней с мягкими накладками на плечевой зоне. Спинка у нас здесь, если память не изменяет, по-моему, 110 градусов. Сейчас я уточню. 120 градусов, пардон. Это у нас сидячее положение, и 175 у нас лежачее положение. Горизонтальное практически получается. Не 180, но 175, простите, близко к этому. Вот. И не гамаком, если это вам, конечно, важно. Кстати, бампер откидывается как калиточка для удобной посадки ребенка. Вот. Давайте быстренько, пока блок стоит, покажу вам, как... Кстати, вот здесь вот регулировочка по наклону, кнопочка установлена. Так, смотрите, для того, чтобы сложить ее вместе с блоком, наклоняем ее вперед с помощью вот этой вот кнопочки. Дальше опускаем вот так вот. Где-то это кнопки. Нажимаем, все, фиксатор сработал. Дальше, казалось бы, блин, такая здоровая, ничего себе. Да, коляска не маленькая, но ее можно все-таки сделать чуть поменьше. Опа! Я всего лишь приподнял, и колеса сами уехали туда. Вот получается вот такая вот у нас конструкция. Коляска, напомню, не маленькая, не будет она под мышку взяли, не пошли. Так, такого нет. Коляска полноразмерная, поэтому для такого размера коляска достаточно миниатюрная в сложном виде. Плюс блок снимать не нужно. Ну, только по ходу движения, естественно. Так, дальше. С этим моментом мы с вами разобрались. Здесь, естественно, ткани те же хорошие. В козырьке у нас тоже есть такая москитная сеточка, открываемая и закрываемая. Секцию одну можно убрать, на замочке она фиксируется. Вот, с этим все понятно. Так, дальше. Давайте теперь немножечко перейдем к изучению рамы. Ручка у нас в эко-коже. Все четко, все нормально. Регулируется она у нас вот здесь изнутри. Две кнопочки. Нажимаем одновременно и регулируем. У нас три положения. Крайнее и одно среднее. Ну, на любой рост, в принципе, нормально. У меня 186 сантиметров рост. Поэтому вот смотрите, приблизительно проецируйте на себя, как это будет для вас. Все. Что касается ручки, все понятно. Сама колясочка сделана на алюминиевой раме. Из-за этого она и не такая тяжелая. Здесь у нас есть возможность активировать амортизацию для сидушки и заблокировать. Здесь установлены по бокам пружины для ребенка. Плюс есть амортизация на всех четырех колесах, и спереди, и сзади. Передние, естественно, блокируемые, они резиновые, они не надувные. Рисунок диска, кстати, модненький такой. Здесь у нас подножка металлическая, кстати. Вот. И тормоз самый годный. Сверху нажимаем, оба раза блокируем и разблокируем. Вот. А теперь я вам покажу то, чего я нигде не видел никогда. Ну, во-первых, нам нужно снять для этого блок. Блок, чтобы снять. Здесь под попой ребенка, под тканью есть... ручка, за которую хватаем и снимаем блок. Так, сумка, пардон, не сумка, багажник. Багажник как багажник. Большой, глубокий, закрывающийся. Все отлично. Но у него есть одна особенность. Поднимаем ручку. Это именно ручка для багажника. Толкаем вот так вперед и вытаскиваем. И все. Пошли в магазин за покупками. Ну или, как говорится, как красная шапочка с пирожками к бабушке. Вот такая вот у нас корзина для покупок получается. С жестким дном. Без сеточек, ничего. Вес хороший выдерживает. Сверху можно закрыть на замочек, если нужно. Все, покупки совершили. Пришли, засунули обратно. И поехали домой. Это можно, в принципе, сделать и с прогулочным блоком. Просто чуть снизу нужно будет ковырнуться, и все. Вот, собственно, вот такая вот необычная система. Я такого еще нигде не видел. Считаю, это круто. Не все будут, естественно, пользоваться. Ну, вдруг кому-то понадобится.
вещь необычная. Вот, собственно, что еще не рассказал. Да вроде все рассказал. Технические характеристики, комплектацию, все нюансы внизу в описании в магазин «Первая коляска». Проходите, читайте. Вот, подытожу. Всегда хвалю бренд Moon, всегда они делают хорошо. Особых претензий я и не назвал, потому что я тупо не знаю, какие здесь могут быть недостатки. Не знаю, мне показалось все хорошо. В принципе, цена не заоблачная, конкуренты прямые, скажем так, они подороже, ну, плюс-минус чуть-чуть подороже. Ну или так же. Но здесь мы получаем большое шасси, хорошую амортизацию, эко-кожу, большую люльку, хорошую ткань, хорошую прогулку, вот такой необычный багажник, сумочку, корзину для покупок. Вот. Складывается тоже достаточно легко и просто, и компактно достаточно для такой большой коляски. В принципе, все нормально. И самое главное, качественное. Очень хорошо собрано, не скрипит, не люфтит, ничего. Я вообще не смог от нее звуков каких-то добиться. Ну, естественно, здесь кафель, и может быть выехать на улицу на плохую дорогу, что-то я где-то услышу. Но я в любой коляске это услышу. Вот, собственно, обязательно рекомендую, если вы в этом ценовом сегменте что-то для себя ищете, изучите эту колясочку, я думаю, она вам понравится, как минимум что-то для себя вы в ней полезное подчеркнете. Ну и в конце концов больше выбора у вас появляется. Вот, поэтому, если видео было полезно, для себя что-то подчеркнули, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это очень помогает мне делать для вас больше обзоров. И спасибо первой коляске за предоставленный Moon колясочку на обзор. А вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора коляски для вашего карапузика. И всего доброго, до свидания.